Привет, ты на канале ТПЛА, и мы продолжаем прохождение Just Cause 3. Я не помню, на чем мы закончили, честно говоря. Так, смотри, нас тут на всем победили в каких-то соревнованиях. Так. На чем мы тут закончили? Блин, ну еще карта. Кстати, даже интересно по статистике, сколько заданий-то осталось. 10 из 25, окей. Так. Значит, что нужно сделать? Освободить еще провинцию Инсула. А где я нахожусь? Ага, вон они. Все понятно. Значит, нужно освободить. Вот я вижу одну деревню. Здесь написано 3. Значит, это еще что-то есть. Так, склад повстанцев. Переброска. Мне интересно, у меня есть вообще, что перебросить? Пистолеты, например. Урон, боезапас, скорострельность, нестандартная, использовать ретро-части, два дробовика, как получится, соберите ретро-запчасти. Ладно, окей, здесь у нас все есть. Дробовик, ручной пулемет, да ладно, тут так мало оружия. Транспорт. Как назад. Современная машина. Смотри, все заблокировано. Танки можно запросить. Прыгающий танк. Ну, это понятно, это щитом. То есть тут всего 3 танка в игре. Хорошо, спецтранспорт. Это что? Фура, лимузин. Прыгающий. Автобус. Военный транспорт. Вертолеты мне доступны какой-то. А, мне только с пулеметами доступно, понятно. О, ничего себе. Допустим, запросить. Возможности питания ВИП, которые охраняют корда дракона. Блин, не туда. Я же здесь не взлечу, да? Слежения создают слишком большие помехи. Продолжай освобождать провинции Инсула дракон. Нужно уменьшить помехи. Ну окей, потому что на вертолете будет гораздо проще все это исследовать. Садись давай. Эй, садись, вертолет. Я надеюсь, я взлечу. Да ладно. Ты серьезно? Блин, это было не очень удачно. Ладненько, так, сейчас по плану. Нужно взять вертолет, на вертолете исследовать всю зону и, соответственно, захватить оставшиеся позиции. То есть я буквально здесь вот недавно взорвался, окей. Так, еще раз, можно я запрошу вертолет? У меня же есть маячок. А почему нельзя? А, через... Че, 40 минут? Красота. Ладно. Ладно. Мы сейчас найдем вертолет. Так, на карте, я думаю. Давай посмотрим, что это за... Чук, полетели. Да, кстати, в планах, на самом деле, сделать одну серию, где попробуют установить рекорд по полету. То есть летать именно на Wingsuit'е. Там, не знаю, больше... Скольки-то надо? Больше 20 минут, чтобы поставить рекорд. Так, здесь я не вижу. Окей, следующая база у нас где? Здесь. О, похоже, мне здесь не рады. Следующая база у нас здесь. И здесь я кроме грузовика тоже ничего не вижу. А чё ты не взлетел? Красавчик. Ладно. Так. А это относится к какой зоне? Кто-нибудь мне скажет? Почему? Это к Петру, а мне надо захватить именно в этой зоне. Мачус, да? Инсула Дракон. Или это все считается Инсула Дракон? А, это все, значит, можно здесь захватить. Фу, поехали сюда. Так, это стоп, нам куда? Нам в обратную сторону, да?
Блин, ну без вертолета это будет реально не весело. Очень не весело это будет без вертолета. Прям совсем не весело это будет без вертолета. О, вот вертолет. Надеюсь, военный. Тот, который я люблю, дай долететь. Да, блинский. Да как-то так-то. Только давай-ка зацепись, пожалуйста, и забери. А, понятно. Кнопка Е, короче, нажатая раньше времени. Делать свое дело. Окей. А нафиг я вылез из вертолета, кто-нибудь мне скажет? Ладненько, фиг с ним. Надо перепрограммировать тогда эту штуку, потому что без нее сложно. Вы же дадите мне перепрограммировать, да? Отлично. Кто по мне стреляет? Отлично. Так, вертолета у вас здесь нет, да? Это хреново. Так, чтобы здесь захватить, что нужно? Это вся эта область. Прям вот все здесь принадлежит им. Ну ладно, тогда возьмем, вон вертолет есть. В принципе, что, не проблема. Да залезь на вертолет, я же тебя прошу. С вертолета все будет гораздо проще. Да блин, с каких сторон они там? Где ты? Покажись мне. Блинский. Короче, придется сначала вас все захватить. Ладно, допустим. Да ну хватит, может, не? Знаете-ка чё, пошли-ка вы все нафиг. Так гораздо лучше. А то начали мы тут, понимаешь ли. Окей, и видел я еще одну установочку. Где-то вот тут вот, внизу. Вон там, да. Сейчас мы ее захватим и вернемся тогда к вертолету. Воу, 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 воу. Это что еще за прикол? Ну-ка отойди. Да ты умрешь когда-нибудь? А где это? А, они просто стояли за стойкой, понятно. Сейчас распрограммируем и вернемся, короче, к вертолету. Потому что на вертолете это все будет гораздо проще. Блин, надо было. Ну ладно, нормально. Нормально и так пойдет. Говорю я тебе. Отлично, значит, вертолеты чужие мне не страшны. Отлично. Так, ну что ж, погнали разрушать. Что здесь?
Так, телевышка минус. Ну да, конечно, вертолет, который с ракетами, был бы гораздо интереснее. Это было бы гораздо быстрее. Отлично, минус. Блин, а мы не можем нигде его найти? Нигде он здесь не летает и не прилетит, да? Ну ладно, что поделаешь. Нет, так нет. Дальше, дальше, дальше. Попади ты уже куда надо. Отлично. Отлично. Не знаю, как я тебя буду уничтожать с пулемета. Мне, по-моему, с пулемета это нереально. Я вон стреляю ему по барабану. Ладно. Батарейки сели. Течка на подлете. Так. Что у нас тут еще осталось? Или иначе, на этой вертушке конец. Я бы не хотел, чтобы вертушке был конец. Я бы хотел забрать вертушку другую. А, вон оно, есть. Отлично. Вот это самая лучшая вертушка. Да ну дай мне взять ее, а. Тупо дрывайте. Во. Все, супер. На этом мы гораздо быстрее справимся. Так, где бы так залететь, чтобы его увидеть с нужного мне ракурса. Отлично. Тут все облетаем. Где еще что есть? Сзади. Ага, окей. На разворот. Ничего не вижу, слишком высоко поднялся. Принято. Отправляю подкрепление. Да блински, надо как-то отлететь, так чтобы видеть вообще с какой стороны. Так. Да куда ты? Сюда вернись, пожалуйста. Где? Я тут. Отлично. Так. Почему я... А, я вышел из зоны. Внимание. Направляют танки к точке столкновения. Это центр. Отправляю к вам дополнительные... Окей. Сейчас мы снизу залетим. И... расстреляем все, что здесь можно расстрелять. Даю разрешение на использование элитных частей. Ожидайте прибытия. Да блинский. Это все вы? Все враги? Я могу этим целый... Вам направляется элитный отряд быстрого реагирования. Так, окей. Ну-ка. Какого хрена в меня? А, все, я забыл их управлять, понятно. Внимание, направляю танковую поддержку. Да ладно, сам себя убил. Это почему? Потому что я врезался в эту фигню? Блин, без вертолета будет сложно. Ну, сейчас по-быстрому все разрулим. Я надеюсь только то, что просто эта штука, если мы ее захватим, то что она зачтется нам как захват именно, получается, нужной нам территории. Тогда это будет зачетно. Вот. Потому что там я не вижу, что еще можно захватывать. Да, там в конце был какой-то городок, но мне кажется, он нет, не имеет отношения. Так. Немедленно. Хорошо, мы здесь. Отлично. Здорово и пока.
Да блин, не уничтожайте вертолет, пожалуйста, не надо. Ну, естественно. Я не сомневался в ваших способностях. Окей, ладно. Сейчас мы проверим тебя на крепость. Да ладно. За раз. Окей, тут. Тебя уничтожили. Еще где? Тут еще что-то есть внизу. Что тут еще? А, не тут, где-то. Где-то сверху. Здесь? А, оно спрятано. Отлично. Что еще осталось? Так, где-то там антенна осталась. Отключить. А, вон она. Ах, вот кто по мне стрелял, понятно. Сейчас только расстреляем этих кадров. Так, там оружие, мне нужно взять просто боеприпасы. Отлично, отключено. И что нам осталось? Так и быть. И что осталось здесь? Так, еще. Вот это нам осталось, а ты где? Да пошел ты в баню. С тобой разбираться себе дороже. Отлично. 400 метров. До свидульки. Вертолеты сейчас будут у тебя. Мы готовы, Рико? Да, да, готово. А, это под землей штука, что ли? Ну да. Ладно, тогда сюда. Чувствую, эта фигня тоже под землей. Да? Ага. А, взломать нужно. Понятно. Отлично. С какой стороны по мне стреляют? А, вон. Отлично. Так, вертолеты это наши? Да откуда ты стреляешь-то? Задрали, дайте бы отключить эту фигню. Давай-ка быстренько тут взломаем все это дело. И быстренько взорвем. Отлично. И где-то там под землей еще одна штука есть. Должна быть, по крайней мере. Где-то вот здесь должны трансформаторы быть. Ага, все, увидел. Да ладно, не подорвался. Командир базы собирается лично с тобой разобраться. Бери его. Убери командира базы. Ага. Сейчас уберем, не волнуйся. Здорово, разобраться хочешь? Знаешь что, лови. Что? Что нам осталось? Так, оружие. Мне нужно оружие, потому что мне нужен боезапас. Нет, поменяй обратно. И улетаем. Где-то здесь еще одна штука, которую я не взорвал. Серьезно?
Да ё-моё. Блинский, а. Ты посмотри. Все. Вау, посмотри, как это сделано. Что разблокировано? А, это оружие появилось для переброски. Свалка ресурсов, новое испытание. Разрушение с гранатометом 2. Освобождение провинций. Но мне засчитали ее как сюда? Или нет? Не-а. Только зря время потратил. Ну ладно. Полетели, значит, сюда. Стойте, дайте мне захватить обратно вертолет. Дайте мне вертолет, я вас прошу. Да блинский. Дайте мне, пожалуйста. Извини, чувак. Мне нужен этот вертолет, чтобы захватить нужную мне зону. Ладненько, тогда. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся, и в следующей части мы уже будем захватывать нужную нам территорию.